Здравствуйте! Сегодня мы с вами сделаем вот такую объемную ракету. Смотрите, какая интересная. Ракету будем делать способом оригами. Для этого нам понадобится квадратный лист бумаги. Квадратный лист бумаги надо согнуть по диагонали. Нижний левый уголок идет в гости к правому верхнему. Они встретились, совпали, поздоровались и потом четко прогладили линию. Развернули. Теперь правый нижний уголок идет в гости к верхнему левому уголку. Они встретились, совпали, поздоровались и четко прогладили линию. Развернули. Правая сторона идет в гости к левой стороне. Совпали, поздоровались, четко прогладили линию. Теперь нижняя сторона квадрата пошла в гости к верхней стороне. Совпали, стороны должны совпадать, и четко прогладили линию. Развернули. Теперь придерживаем нижнюю сторону и складываем наш квадратик вот таким образом. И у нас получилась базовая форма в оригами, двойной треугольник. Обратите внимание, что стороны у нас совпадают. Четко еще прогладили линии. Теперь сторона правая идет к центральной линии. Прогладили. Левая сторона идет к центральной линии. Они совпали. Прогладили четко линию. Развернули правую сторону. Уголок пошел к центральной линии в гости. Линию проглаживаем до вот этой линии, до линии пересечения. Прогладили, развернули в исходное положение. Уголок идет у нас к центральной линии. Когда совпали эти линии, вот здесь вот осторожно с уголочками, чтобы нам их не порвать. Прогладили четко линию. Если вам неудобно, можно карандашиком проглаживать все линии. Развернули. И теперь вот этот уголочек складываем в треугольничек. Придавливаем и в листок. У нас получился листочек. То же самое мы делаем с этой стороны. Развернули уголок. Нижняя сторона пошла в гости к центральной. Прогладили до пересечения с этой линией. И в исходное положение вернулись. Теперь уголок левый идет в гости к центральной стороне. Когда они совпали, осторожненько с уголочками, чтобы не порвать, прогладили линию, раскрыли. И опять этот уголок складываем в треугольничек, а потом и в листок. Вот так у нас получилось. Переворачиваем и то же самое делаем с этой стороны. Сторона идет к центральной линии. И вот такая фигура у нас получилась. Посмотрите. Теперь нужно вот этот уголочек к центральной линии у нас согнуть. Осторожно. Здесь у нас уже бумага сложена в несколько слоев. Поэтому складывается она сложнее. Прогладили. Теперь
правую сторону, правый уголок идет к центральной линии. Разгладили. Так. Перевернули. И то же самое делаем с этой стороны. Уголок идет к центральной линии. Складываем. И правый уголок идет к центральной линии. Прогладили. Посмотрите, какая у нас фигура получилась. Теперь вот эти полосочки мы складываем по вот этой линии или отгибаем по этой линии в эту сторону, а эту полосочку в обратную сторону. Вот такие у нас детали получились. Переворачиваем и то же самое делаем с этой стороны. Согнули. Здесь согнули. Можно здесь вот так сюда по этой линии согнули в эту сторону. Можно прогладить. Вот такая у нас получилась фигурка. Обратите внимание, что здесь есть у нас отверстие. Мы в него сейчас подуем, и наша фигурка превратится в объемную вот такую фигурку. Теперь, если хотите, ее можно украсить. Удачи!